Я провязала узором, то есть от резиночки, ровно 70 рядов. По сантиметрам, то есть от начала вязания, у меня составляет примерно 28 сантиметров. Теперь я буду делить наше изделие на полочки и спинку. Сейчас я как бы вязание снова обнуляю и буду это считать за первым рядом от проймы. Я вам напоминаю, что без прибавленных петелек у нас составляет полочки по 37 петелек, спинка 79. Мы будем на проймы убирать 4 петли, 2 у нас будут уходить с полочки, 2 со спинки. То есть сейчас, провязав полочку, мы убавляем в конце полочки 2 петли и, переходя на спинки, сначала спинки также убавляем 2 петельки. Вместе с прибавленной петелькой у нас на спицах находится 38 петелек, 2 из них нам нужно убавить. То есть от начала вязания, считая и кромочную петельку, мы провязываем 36 петелек. 36 петелек провязано. Теперь в конце полочки мы убавляем 2 петли. Для этого провязываем первую петельку, вяжем вторую и набрасываем на нее предыдущую. Вот так мы убавили первую петлю и считаем далее. Вторая. И мы переходим на спинку. Убавляем в начале спинки 2 петли. Это будет по счету третья и четвертая петля. Смотрите, на спинке у нас 79 петелек, так как в начале спинки и в конце спинки мы убавляем по 2 петельки, то есть на спинке у нас останется 75 петелек. Считая вот эту петельку, мы провязываем 75 петелек. И если мы все правильно рассчитали, смотрите, у нас остаются 2 петельки лицевой глади и далее идут изнаночные петли уже полочки. То есть нам нужно убавить 2 петельки с конца спинки, провязываем первую петлю, вяжем вторую, набрасываем предыдущую. Теперь вяжем вторую петлю, также лицевым я их провязываю, третью и четвертую петельки. То есть смотрите, полочка у нас теперь будет начинаться с кромочной, и дальше идут 2 изнаночных и косичка. То есть далее мы с вами продолжим вязать только левую полочку. То есть провязываем все по рисунку. По рисунку, кстати, это у меня идет 71 ряд. То есть у меня сейчас начинается вот этот вот листочек в самом-самом его начале. И как раз, когда мы будем доходить к горловине, мы уже закончим с вами листочком. Ну, я думаю, мы вот на этом лепесточке с вами центральным еще раз встретимся. Он, в принципе, одно и то же. Просто здесь добавляется еще один ряд прибавочек. Соответственно, добавляется один ряд убавлений. Вот. А пока продолжаем с вами вязать по прямой, соблюдая нашу схему. Вот. У нас, конечно, может все быть по-другому. Кстати, если у вас, например, более длинные изделия, очень легко найти. Вот, например, закончите листочек и на этом же уровне. Он заканчивается здесь 83-м ряду, а здесь он заканчивается 43-м. То есть вы как бы можете продолжать вот отсюда вязать. Также 45-го и так далее, и так далее. То есть здесь все равно есть соблюдение по рапорту узора. То есть я расписала вот эту более длинную схему для удобства, для наглядности. Наверное, на этом все. И продолжаем вязать. Я остановлюсь на нашем окончательном центральном цветке. Смотрите, он у меня начинается по схеме с 89 ряда. Если считать от проймы, так как я начала вязать 71 ряда пройму, это 19 ряд. Смотрите, 19, 20, 21, 22, 23, 24. В чем отличие? В том, что этот листочек чуть крупнее, то есть мы здесь делаем не
три ряда с накидами, а четыре. Его даже можно сделать в 5, сделать его более крупным. Я просто добавляю еще один ряд с накидами. Соответственно, с убавочками у меня добавится также рядочек. Эта убавочка у меня чуть-чуть сместилась, то есть я исправлю этот цветочек чуть-чуть потом в схемах, вставлю вам более правильный вариант. Вот, это то, что касается центрального листка. Примерно до того, как я подойду к углублению для горловины, как раз я полностью уже на центральном узоре, вот на этих 15 петельках, перейду на изнаночную гладь. Вот. Саму пройму, высоту нам нужно примерно связать на 15-16 сантиметров. Это около 48 рядов я буду вязать. Углубление горловины я начну делать примерно за 12 рядов до плечевого шва, до завершения. У меня идет 37 ряд, посмотрите, я уже перешла полностью на изнаночную гладь. И с 38 ряда, именно в левой полочке, мы начнем убавлять ряды петли с изнаночного ряда. И сейчас, вот в конце 37 ряда, мы убавим с вами добавленную нами ранее петельку. Для этого я просто вот так вот провяжу петельки вместе. Первую петельку провяжу, и вторые две лицевые переверну и провяжу за переднюю стеночку. Так у меня убавочка менее заметна. Вот, и довязываем уже 37 ряд до конца. Последнюю петельку я не провязываю для плавности закрытия. Просто ее переснимаю и переворачиваю вязание. В 38 ряду мы закроем с вами 5 петелек. Сразу на следующую петлю набрасываем кромочную. 1, 2, 3, 4 и давайте, наверное, тоже лицевыми свяжем все петли. 5. Довязываем 38 ряд, затем вяжем 39, также последнюю кромочную мы не довязываем. И вот эту петельку в 39 ряду, последнюю лицевую, я также провяжу изнаночной для, так скажем, эстетики больше. И последнюю петлю переснимаю. В 40 ряду мы с вами закрываем 3 петли. 1, 2 и 3. Вяжем 40 ряд в 41. Также не довязываем последнюю кромочную и встречаемся в 42 ряду. В 42 ряду мы закрываем 2 петли. 1 и 2. Далее мы вяжем 42 ряд до конца. И потом мы будем закрывать по одной петельке 3 раза. Это 43, 45 и 47 ряды. То есть мы теперь встречаемся уже в конце нечетных рядов, то есть по лицевой стороне. В конце 43 ряда мы не довязываем последние 2 петельки и провязываем их вместе за переднюю стеночку. Точно такие же убавочки мы делаем с вами в 45 и 47 ряду, затем 48 ряд. В 47, кстати, ряду нужно убавить еще одну петельку вот в этой косичке, так как мы здесь тоже добавляли с вами петельку, точно таким же образом две вот этих последних провязать вместе, за предварительно их перевернув за переднюю стеночку провязываем. Вот, 48 ряд, когда провязываем, мы ниточку обрезаем достаточно длинную, примерно в 5 раз больше, чем наш остальной отрезок. Вот. И это примерно сантиметров 70.
После того, как мы закончили с левой полочкой, ниточку я отрезала, я возвращаюсь к спинке. Начинать вязать мы ее будем со второго ряда, так как первый ряд от проймы мы провязали в тот момент, когда закрывали петельку на проймы. Теперь я уберу вот этот небольшой прогальчик. Для этого я вхожу под первую закрытую косичку и вывязываю дополнительную петлю. Переворачиваю вязание и эту петельку провязываю вместе со следующей изнаночной. То есть добавили петлю, убрали петлю, и получается, что прогальчик у нас исчезает. Также у нас на спицах остается 75 петелек, и мы их продолжаем вязать на высоту 48 рядов. Я довязала спинку, отрезала также достаточно длинную нить для того, чтобы закрыть наши петельки плечевого шва с помощью крючка. И мы переходим с вами на правую полочку. Для этого начинаю точно так же, как и на спинке. Я вхожу в первую закрытую косичку и вывязываю оттуда петельку дополнительную. Переворачиваю вязание. Напоминаю, что вязать мы начинаем со второго ряда. И добавленную петельку провязываю вместе со следующей, вместе изнаночной петлей. Все. И далее вяжу также по узору. И перед тем, как начать закрывать горловину, это в 37 ряду, мы с вами снова встретимся. У меня начинается 37 ряд по правой полочке. И мы с вами будем начинать закрывать петельки под горловину. В первом ряду закрытия, то есть это 37 ряд, мы закрываем 5 петелек. Провязываю все петельки лицевыми. 1, 2, 3, 4. И мы здесь можем убавить сразу петельки в косички. 5. То есть я их перевернула и провязываю за переднюю стеночку. Довязываем с вами 37 ряд. В 38 ряду мы не довязываем последнюю кромочную. В 39 ряду мы закрываем 3 петли. Последняя кромочная, смотрите, у меня не провязана. И также по очереди я набрасываю петельку. 1, 2 и 3. Вяжем 39 ряд. В 40-м последнюю кромочную мы, как обычно, не довязываем. В 41-м ряду мы закрываем 2 петельки. 1 и 2. Довязываем 41 ряд, затем вяжем 42 и встречаемся в 43. В 43, 45 и 47 ряду мы закрываем по одной петле. Они у нас закрываются вот идентично. То есть мы не довязанную кромочную набрасываем на следующую петлю. И вяжем. Далее, после того, как мы убавим последнюю петлю, в 47 ряду мы довязываем с вами 48 ряд. Итак, я вязала правую полочку, и теперь мы начинаем соединять петельки с помощью крючка. Для этого нам нужно перевести петельки так, чтобы кончики спиц у нас смотрели в сторону проймы. В данном случае я переснимаю все петельки полочки. Располагаю изделие изнаночной стороной. Спица, от которой идет длинный кончик, мы располагаем чуть дальше. Крючок для соединения я беру на пол размера меньше спиц. Это в данном случае крючок у меня номер 3. Итак,
снимаем петельку первую с ближней спицы и в нее пропускаем петельку с дальней. Теперь делаю воздушную петлю и начинаю по очереди соединять. Смотрите, вхожу в петельку с ближней спицы, петельку с дальней спицы и все три петли соединяю одной петелькой. Снимаю со спицы и повторяю. У нас получается вот такая косичка. Таким образом мы доходим до конца. Напоминаю, у нас на плечевом шве 22 петли. После того, как мы соединили одну сторону, повторяем это с другой стороной. Смотрите, для этого мы также переснимаем все петельки на спицу так, чтобы кончики обоих спиц смотрели в сторону проймы. Снова располагаем спицу. У меня в данном случае на ней находится левая полочка позади. Здесь идет у меня длинный кончик нити. И покажу вам начало. Снимаем петельку с ближней спицы, пропускаем в нее петельку с дальней, затем делаем воздушную петлю и только после этого начинаем соединять по 3 петельки одной петлей. После того, как мы закрыли с вами плечевые швы, я для удобства уже перевела открытые петельки на спицы номер 3. И теперь мы с вами обвяжем горловину резиночкой 1 на 1. Начинаю я обвязку с первой петельки. И смотрите. Сначала мы закрывали с вами 5 петелек. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5. Но я вхожу на петлю ниже. То есть это почти боковая петля. То есть это наша кромочная снизу вот у этой планки. То есть отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. 5 закрытых петелек и следующую петлю входим. Набираем с вами ее. И затем набираем вот в эту цепочку 5 петелек. Вхожу под обе дужки. Для удобства можно взять крючок, потому что особенно первые петли всегда идут туговато. Один, два. Закрытых я набрала эти 5 петелек вместе с дополнительной петлей. У меня на спице уже 6 петелек. Далее идут закрытыми 3 петли. 1, 2, 3. У нас вот одна петелька с такой вот длинной дужкой, поэтому нам ее нужно перекрыть. Для этого первый раз мы входим под эту косичку 1 и потом в петлю под нее. И еще далее набираем уже закрытые петельки 3 и 4. То есть мы с вами набрали из 3 петелек закрытых 4 петли. Далее у нас идут 2 закрытых петли. Также поступаем, чтобы перекрыть вот эту длинную цепочку. Мы набираем сначала под длинную петельку, затем входим в петлю под нее. И снова вот в эту косичку. То есть из 2 петелек мы получили 3. Далее у нас идет закрытие.
трех петелек 1, 2 и 3. Смотрите, в первую я вхожу сразу в петельку под этой душкой, то есть не вот сюда, а в петлю под нее. 1. То есть из первой петли я вывязываю одну петельку, из второй петли я сделаю 2 петли. То есть войду сначала под вот эту косичку и затем в петельку под ней. И третью закрытую петлю, когда мы закрыли по одной петле, я имею в виду, я войду просто в петлю под этой длинной дужкой. Мы с вами дошли почти до плечевого и до плечевого шва. Я еще войду в 2 петельки, смотрите, в сами петельки, то есть самого джемпера. 1. Лишние ниточки пытайтесь не зацепать. 1 и 2. В общем количестве у меня получилось на спице 19 петелек. Затем мы переходим на спинку. На спинке у нас вот такой имеется прогальчик. Чтобы его не было, смотрите, с соседнего ряда мы поднимаем 2 петли, нижнюю и верхнюю. Верхнюю я свяжу скрещенной лицевой, а вот следующую петлю я переворачиваю, и первую петельку открытая, которая у нас осталась на спинке, и вот эту петлю, которую подняли, и свяжу их вместе за переднюю стеночку. Здесь ниточки подтянем. Вот и все. Далее я провяжу все остальные петельки. У нас, кстати, с вами их всего было 31. 31 петля открытая. Дохожу до последней открытой петли. Последнюю петельку мы не провязываем. Смотрите, вот так переснимаю ее. И теперь поступаю точно таким же образом. С соседнего ряда поднимаю верхнюю и нижнюю петельки. Вот эту петлю свяжу с последней открытой за заднюю стеночку. И вот эту петельку перекрещенной лицевой. Вот и все. И мы с вами переходим на левую планку нашего изделия. В первую очередь я нахожу вот первые закрытые вот эти 3 петли. 1, 2 и 3. До них, как вы помните, нам надо набрать 2 петли. 1 и 2. На самом джемпере, кардигане точнее. Далее, в первую закрытую петлю мы входим петельку не в дужку, а в петлю под нее. Во вторую закрытую петельку мы сначала входим в петлю под нее и затем вот под эту уже косичку. И вот в эту третью петлю мы входим с вами сразу в петельку самого кардигана под нее. Далее у нас идут 2 петли закрытых. Сначала мы набираем под вот эту косичку, под маленькую, которая... А вот под длинную мы заходим 2 раза. Причем сначала мы входим под эту косичку, а теперь под длинную дужку. 3 петли у нас далее идут закрыты. 2 раза входим вот под маленькие косички. И в третью, вот в эту длинную петлю, мы входим сначала в петлю под ней и только затем в саму вот эту длинную дужку. Далее нам нужно набрать 5 закрытых петелек, 4, 5. Как вы помните, у нас там была 6-я петля, но здесь мне ее набрать
не получается. Вот, то есть, потому что, как вы помните, мы ее снимали, чтобы закрыть. Ну, это не столь важно, одну петельку можно и пропустить. Что у нас, давайте теперь расскажу, получается. По правой полочке мы набрали 19 петелек. На спинке у нас было открытых 31 петля. Мы добавили по петле у плечевых швов. Мы поднимали как бы по 2 петельки, но одну из них мы провязывали вместе с открытыми петельками. То есть у нас получилось 33 петли. И по левой планке мы набрали 18 петелек. Переворачиваем изделие и вяжем резиночку один на один. Я начну с лицевой петли. То есть все петельки я провязываю за переднюю стеночку, вот этот первый изнаночный ряд. Чередую лицевая и изнаночная. Общее количество петелек у нас с вами 70. И начиная со второго ряда, он у нас идет по лицевой стороне кардигана, мы уже провязываем, как обычно, при поворотных рядах, лицевую за переднюю стенку, за заднюю стеночку, а изнаночную за переднюю стенку петли. Планочку я буду вязать невысокую. И затем мы встретимся с вами, и я покажу, как закрывать петельки. Я провязала буквально 5 рядов, и в шестом лицевом ряду я закрываю все петельки. Закрываю я по рисунку, то есть снимаю кромочную петлю, вяжу следующую лицевую петельку и набрасываю на нее предыдущую. Потом провязываю изнаночную петельку и снова набрасываю предыдущую. Итак, провязывая по узору нашей резинки один на один, закрываем все петельки и затем переходим на вязание рукавов. Мы переходим с вами к вязанию рукавчиков. Один из я уже связала. Смотрите, это обычная лицевая гладь вот с такой полоской по центру. Ее можно не вязать, можно ставить лицевую гладь, можно вязать вообще любой рисунок, который вы пожелаете. Я вам покажу, как набрать петельки, как и где мы делаем убавочки. Остальное все остается на ваш вкус. Я специально оставила с вами набор, чтобы мы сделали по левой стороне, так как у нас идет здесь лицевая гладь. Вот, и она чуть посложнее набирается, просто мы будем набирать не в сами кромочные, а в петельки после нее. Итак, на спице номер 3,5 мы начинаем набор. Как вы помните, на пройму мы закрывали 4 петли. Это у нас является добавочной петлей для соединения наших спинки и полочки. То есть, минуя ее, мы отсчитываем 1, 2 и в третью петлю мы начинаем набор, то есть по центру. Набираем 2 петельки. 1 и под вторую, под четвертую, то есть закрытую петлю. Вторую петельку набираю. Далее у нас идет вот такой вот рогальчик. Сейчас мы его перекроем, поднимаем дужку петли самого кардигана и переднюю полупетлю нашей кромочной и провязываем их вместе скрещенной лицевой за заднюю стеночку. Вот и все. И далее мы будем набирать с вами. Смотрите, два раза через петлю и два раза подряд. Сейчас я покажу. Смотрите, вот петелька после кромочной. Один. Далее, вот эту маленькую петельку я как бы пропускаю. Вхожу в следующую, более длинную петельку. И третью, четвертую петлю мы набираем подряд. Три, четыре. И снова пропускаем петлю. 1, 2 и 3, 4 набираем подряд.
до плечевого шва вместе вот с этими первыми тремя петельками нам нужно набрать 34 петли. После того, как мы дошли до плечевого шва, я вынимаю леску и теперь буду спускаться вниз по спинке, по лицевой глади, точно в таком же порядке. То есть 2 петли через одну, далее 2 петельки подряд, снова через одну, 2 петли подряд. Итак, доходим до конца. Я дошла почти до конца, и мне осталось добрать 4 петли. То есть я вхожу последний раз в петлю после кромочной, затем вхожу под вот эту добавленную петельку один раз и 2 раза под закрытые петли проймы. На спицах у нас получается 68 петелек. Я отметила начало ряда маркировочком. И теперь буду вывязывать сразу наш узор. Смотрите. До плечевого шва мы вяжем лицевой гладью. Вяжем мы лицевыми за переднюю стеночку. Далее в круговом вязании мы также все лицевые будем провязывать за переднюю стенку. Напоминаю, мы вяжем 29 лицевых. Недовязанными у нас остаются 5 петелек. И смотрите, 4 из них мы вяжем изнаночными. 4 изнаночных мы также в этом ряду провязываем за переднюю стеночку. Далее у нас пойдет косичка. Здесь у нас петелька одна из, которая войдет в эту косичку. И смотрите, что мы еще с вами сделаем. Мы вяжем первую петельку из косички. Далее из центра, вот прям на плечевом шве, я добавлю еще одну петлю. В произвольном месте, можно так сказать. Прям вот 2 и третью петельку мы также провязываем. Все, 3 петли лицевых. Как вы помните, тонкая косичка у нас состоит из 3 петелек. И далее мы вяжем снова 4 изнаночных. И до конца ряда у нас должно остаться с вами 29 лицевых. Второй ряд мы провязываем точно так же. Лицевые довязываем за переднюю стеночку. И обратите внимание, в круговом вязании изнаночные мы провязываем за заднюю стеночку петли. Как я говорила, петли мы всегда вяжем за правую стенку петли. В данном случае она располагается у нас позади. Чуть дальше. И в четном ряду косичку, вот эту из 3 петелек, мы будем просто провязывать также просто 3 лицевыми. Перекрещивание мы будем делать с вами в каждом нечетном ряду, то есть в третьем ряду. Сейчас мы с вами встретимся, и я покажу, как это сделать. У меня идет третий ряд. Вот я дошла до косички из 3 петелек. В принципе, перекрещивание у нас также остаются одни и те же. Я снимаю первую петельку, провязываю следующие 2 и делаю перекрещивание. Единственное, здесь нужно следить, чтобы вот эта петелька у нас не получилась скрещенной. То есть провязываем ее обязательно за правую стеночку петли. Напоминаю, это перекрещивание мы делаем в каждом нечетном ряду. То есть 3, 5, 7 и так далее. В четных рядах мы провязываем это просто как 3 лицевые. Убавочки мы будем делать через каждые 8 рядов. Мы встретимся с вами в 9 ряду, и я покажу, как мы будем делать убавление. У меня начинается 9 ряд. Убавления у нас будут, как я говорила, повторяться через каждые 8 рядов, то есть это 9, 17, 25 и так далее. Вязать мы будем до резинки, то есть до манжета 96 рядов, и до того времени, то есть последнее убавление у нас получается, по-моему, в 89 ряду. Вот. И смотрите, первую петельку мы всегда провязываем, а в ряду убавочек в
вторую и третью петлю мы провязываем вместе. За один ряд убавления у нас будет уходить по 2 петельки, то есть убавочку мы делаем в начале и в конце ряда. В конце ряда мы доходим, не довязав 3 петли. И в конце ряда мы провязываем всегда вместе 2 предпоследних петельки. Предварительно их вот так переворачиваю и провязываю вместе за заднюю стеночку. То есть у нас получается как бы вот такие сходящиеся убавочки. Вот, далее вяжем 10 ряд и так далее. Смотрите, вот так они у нас будут выглядеть, наши убавления. Как я говорила, мы вяжем с вами до резиночки 96 рядов. На резинку нам снова потребуется спицы номер 3. И в первом ряду резиночки мы снова сделаем убавочки. Я провязала 96 рядов рукавчика. И теперь беру спицы номер 3 и перехожу на вязание резинки. Итак, мы снова начинаем чередовать лицевую и изнаночную петли, но при этом делаем убавочку. Первую петлю я провязываю лицевой. Вторую и третью петлю по счету я провязываю вместе изнаночной, то есть делаю дополнительную убавочку. Теперь, чередуя лицевую и изнаночную, я дохожу до косички. Вот я дошла до косички, и у меня получается, что первую петлю я провязываю лицевой, и мне надо убавить как бы одну петельку для того, чтобы резиночка у нас сошла на четное количество. То есть я провязываю 2 следующих петельки вместе 2 лицевыми. И дальше продолжаю по рисунку. Чередую лицевую и изнаночную петлю. Петельки я провязываю за правую стеночку петли. И затем, подходя ближе к концу ряда, у меня осталось 3 непровязанных петли. Я вяжу 2 предпоследних петельки лицевой за переднюю стеночку и последнюю петлю изнаночной. Вот и все. Теперь у нас получилось с вами 44 петельки резинки, и мы продолжаем их вязать. Не забудьте также отметить начало ряда маркировочком, и по кругу мы вяжем изнаночную за заднюю стеночку петли, лицевую за переднюю стенку. Вязать я буду 12 рядов. Итак, мы провязали 12 рядов резиночки и начинаем закрывать петли. Также провязываем первую петлю, затем вяжем вторую и набрасываем предыдущую. И далее, провязывая петли по рисунку, то есть где была изнаночная, провязываем изнаночную. А где была лицевая, вяжем лицевую. Таким образом доходим до конца ряда. И в завершении мы замыкаем в круг. Для этого мы входим под первую закрытую косичку с помощью иглы. И затем возвращаемся в последнюю петлю, в середину. Вот и все. И только затем прячем кончики ниточек. Затем вам останется связать второй рукав, и мы с вами приступим к вязанию планочки под пуговки. Мы приступаем к набору планочки под пуговки. Набирать мы будем на спице номер 3. И единственное отличие здесь будет: левую планку мы набираем сверху вниз. Здесь у нас будут эти пуговки. И планку, где будут отверстия под эти пуговки, мы наберем вместе с вами. Она у нас будет идти по правой полочке. Здесь мы начнем набор снизу наверх. Набирать мы с вами будем вот в эти дужки самих кромочных петелек, поэтому набор почти ничем не будет отличаться. И мы приступаем. Как бы я делю всю полочку на три отрезка, то есть резинка, далее сам рисунок и верхняя планка, которой мы обвязали горловину. Здесь у нас будет только в том отличие по ритму прибавлений. То есть здесь я прибавляю через каждые 4 петли, здесь я буду делать прибавку в каждую третью петельку и, соответственно, на верхней планке сделаю то же самое. И первую петлю набор я делаю вот в этот наборный край.
самую нижнюю петельку. Набрали первую петельку и теперь под кромочные набираю 3 раза подряд по петле. 1, 2 и 3. В четвертую петлю делаю прибавление. Сначала завожу спицу в дальнюю дужку, увязываю петельку и снова теперь под обе дужки еще петля. Так мы делаем прибавочку. И снова набираем петли в свободном режиме. То есть в каждую петельку по одной петле вывязываем. Всего у нас получилось 1, 2, 3, 4, 9. 9 петелек. Далее у нас начинается с вами сам узор. И здесь мы уже начинаем делаю прибавку в каждую третью петлю. Я начну прибавление с самой первой петли, так как, видите, у меня достаточно далеко была прибавочка, поэтому я ее смещу на первую петлю. То есть в первую петельку мы делаем прибавление, вывязываю за дальнюю дужку и только затем под обе. И во вторую и в третью петельку вывязываю по петле. Снова в первую делаю прибавочку и вторую, третью без прибавления. То есть, грубо говоря, из 3 петелек мы получаем 4 петли. И так доходим до нашей резиночки на горловине. Итак, я набрала 71 петельку. И с первоначальными петельками, набранными по резиночке, у меня составляет всего 80 петелек. Далее. То есть у меня закончилось, смотрите, прибавочкой и еще одной петлей. Здесь у меня будет, я буду набирать 4 петли и сделаю сразу прибавление после первой петли. Один и прибавочка. 2, 3, 4 и вот последнюю петельку. Отсюда увязываем. Это можно сделать, конечно, и с помощью крючка. Отсчет рядов я начинаю с изнаночной стороны. То есть по изнанке у меня пойдет первый ряд. Кромочную мы снимаем, и я начинаю вязать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть вяжем резиночку 1 на 1. Первый ряд вот этот провязываем полностью за переднюю стеночку. Все последующие ряды мы вяжем, как обычно, при поворотном вязании. Лицевая за заднюю стеночку, изнаночная за переднюю стеночку провязываем. Так вяжем мы до 6 ряда. В 6 ряду по лицевой стороне мы с вами снова встретимся и будем делать отверстие под пуговки. У меня начинается 6 ряд. Итак, отверстие под пуговки мы будем делать с помощью убавления петелек и накида. Начинаем провязывать с кромочной, с изнаночной, затем идет лицевая. То есть, отступив 3 петельки, я начинаю делать первое отверстие. Смотрите, сейчас я провяжу вместе лицевую и изнаночную петлю. То есть у меня исчезнет изнаночная петелька. Я делаю сначала накид, затем переворачиваю лицевую петельку, чтобы ее можно было связать вместе с изнаночной за переднюю стеночку. Вот таким вот образом. И прибавлять мы будем через каждые 16 петелек. То есть накид считаем за первую петлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И повторяем. Делаем накид, придерживаю пальчиком его, чтобы он не убежал. Переворачиваю лицевую петельку, чтобы ее можно было связать вместе с изнаночной за переднюю стеночку. И также начинаю
отсчет от накида, отсчитываем 16 петелек и повторяем наши действия. И подходя к концу, здесь у меня уже получается делаю отверстие через 14 петелек, так как я почти подошла к краю. То есть вместе с накидом у меня пошел отсчет на 14 петелек, и я повторяю еще одно отверстие. Заканчиваем ряд, переворачиваем, и в седьмом ряду начинаем вязать нашу резиночку. То есть смотрите, здесь у нас накид находится на месте лицевой петельки, поэтому я провязываю его лицевой петлей. Обратите внимание, чтобы не провязать петлю скрещенной, то есть отверстие вот это должно остаться. И снова вяжу резинку. То есть в седьмом ряду накид мы провязываем лицевыми. Вот еще один. Все. Итак, продолжаем вязать резиночку на высоту 11 рядов. И в 12 ряду мы с вами закроем все петли. В 12 ряду мы закрываем петельки, как обычно. То есть, провязывая петельки по узору, накидываем на них предыдущие. При этом старайтесь делать среднее натяжение нити, чтобы не стянуть наше полотно. На этом все. Вам останется связать еще вторую планочку уже без этих отверстий. Напоминаю, набираем мы по лицевой стороне, то есть вы здесь будете набирать сверху вниз. Также свяжите 11 рядов и в 12 ряду закройте все петельки. Потом останется спрятать кончики ниточек, постирать, пришить пуговки, и наша кофточка с таким вот красивым, замечательным узором будет готова. А я с вами буду прощаться. Всем до новых встреч. Пока-пока.